Якова Стахова выпустили из следственного изолятора. Экс-глава МВД Якутии полностью признал свою вину и дал подробные показания. Исходя из этого, следствие изменило меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Расследование уголовного дела также завершено. Напомним, по данным Следственного управления Следственного комитета, в 2007 году по инициативе Стахова компания «Алроса» в качестве спонсорской помощи для нужд республиканского МВД выделила 2 автомобиля. В дальнейшем одна машина была поставлена на баланс ведомства, а вторую Стахов передал своему родственнику.